Мастер участка аглофабрики номер 2 аглоцеха ПАО ММК Евгений Шабуров уже в третий раз за свою карьеру признается лучшим в профессии по результатам традиционного конкурса, проводимого на предприятии. Главными приоритетами в работе специалист считает строгое соблюдение правил охраны труда и повышение количественных и качественных показателей выпускаемой продукции. Мы сейчас находимся на вспекательном отделении аглофабрики номер 2 на отметке агломашин, где, в принципе, непосредственно происходит процесс спекания железорудного сырья, получения агломерата. На комбинат, а точнее на аглофабрику номер 2, Евгений Шабуров пришел в 2005 году. До погружения в производство изучил две специальности. В индустриальном колледже – автоматизацию технологических процессов, а в МГТУ – металлургию черных металлов. Отслужил в армии. Устроился работать сначала дозировщиком говорящего возврата, я проработал. Потом уже поднялся непосредственно на агломашины, работал и на смесительных барабанах. Путь от дозировщика до мастера участка занял 7 лет. Мастер Шабуров – продолжатель династии металлургов. Его бабушка и дед трудились в мартеновском цехе, отец – на коксохиме. Евгений говорит, работа по снижению себестоимости металла – один из главных приоритетов. И начинается она в аглоцехе, ведь именно здесь производят сырье для доменных печей. У нас в шахте используется все вторичное сырье, которое на комбинате. Это шлаки, шламы, окалина с прокатных цехов, калашникова пыль из доменных производств. Как бы все идет обратно к нам в шахту и в дальнейшем производстве. Количество и качество агломерата – важные показатели, добиваются которых люди, работающие в агломерационном цехе. Это одно из самых тяжелых производств на металлургическом комбинате, и поэтому большое внимание уделяется здесь вопросам охраны труда. 24 часа в сутки, согласно принятой на предприятии программе. В приоритете ставится только человек, в первую очередь человек. Сохранение здоровья, сохранение, минимизация рисков. И поэтому я скажу, что у Евгения Владимировича здесь очень многое получается, он многого здесь достиг, и коллектив под его руководством прежде всего. Начальство в Шабурова верит и не сомневается в том, что звание «Лучший мастер» Евгений будет удостоен еще не раз. Андрей Рыжков, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.